Всем привет, дорогие друзья! С вами Костер Джокоплей, и мы с вами продолжаем говорить дополнение кошки и собаки. Наш бренд сейчас будет кушать вкусненький-вкусненький завтрак. Наконец-то, потому что я поставил микроволновую печь. Решил не ставить печку, потому что, как бы, это не дом, это как бы наша работа. Но мы сейчас находимся в ветеринарной клинике, как вы поняли. И я решил приготовить ему обед, а он вегетарианец, ему такое есть нельзя. Окей. Окей. Что мы там можем приготовить? Хм, мы можем приготовить бутерброды. Подходит вегетарианцам. О, с вегетарианским беконом. То есть это нельзя, это можно. Слушайте, а тогда приготовим вот эти бутерброды. Все, выкидывай этот обед тогда в мусорку. А, блин, почему так сложно быть вегетарианцем? Вот в Sims 4. То есть, вроде как бы ты для разнообразия делаешь эту черту характера, но все равно забываешь о чем-то. То есть я очень часто, вы можете найти в сериях что-то туплю и забываю то, что ты вегетарианец. Так как у меня семей просто дохрена, дохрена летсплеев, и вспоминать о том, где какой Короче, челов человек обитает нас очень сложно, поэтому бывает такие, короче, у меня заскоки, то что я могу все затупить и не сделать. Я, кстати, так вот задумывался. то, что я, по-моему, не весь город посмотрел еще, если я не ошибаюсь. А я хочу прогуляться, пойти вот туда, вот у нас там есть, короче, классные местечки, ну, то есть на причал. Мы там как бы мы смотрели причал, но вот и, наверное, приглашу свою даму своего своего любимого сердца. Она со мной сходит туда и прогуляется, посмотрит. Э, мы давай быстрее кушай и пойдем гулять по нашему городку бродить, потому что надо, надо немножечко, надо немножечко отходить от темы ветеринарки, так как так как сейчас Лони зайдет сюда и будет нюхать мою тарелку и есть еще. Хм, Лони, а, давайте возьмем и отчитать за прыжки по, на столешнице, а то что он э, жрет тарелку, можно наказать. Вот, можно. Все, давай, наказывай Лони. Что это такое вообще? Он вообще охренел. Жрет с тарелки, посмотрите. То есть он ничего не понял. Зашибись. И замурчал. Лони теперь знает, что нельзя есть еду с тарелки. Да ладно, неужели он это знает? Ну, раз он теперь это знает, давайте мы... Что, простите, почему он погладил Лони? Губкой с моющим средством Я, конечно, все понимаю Но гладить кота губкой с моющим средством Это что-то новенькое Офигеть Погладим его, узнаем лучше Прочувствуем всю любовь Как я это люблю действовать, не знаю Но вот она очень классная Обнимем и расчесываем Странно, почему он губкой, реально Взял, короче, его Почесал там Придется в рабочую одежду ветеринара В принципе, можно и давайте позвоним, позвоним мы нашей... Алекс, а почему то ты... А, потому что мы же его уволили, точно. Уйти. И мы получаем очки за это, видите, сколько у нас очков. А, стать друзьями с пятью животными. Успешно отучить от двух плохих действий. То есть мы это желание еще не выполнили, жизненную цель. Стать близкими друзьями с двумя животными. Почувствовать любовь пять раз. Успешно отучить от четырех плохих действий. Лучше друг животных, поиграть с пятью призраками питомцев, офигеть, почувствовать любовь с восьмю разными питомцами, стать друзь друзьями, с двенадцатью животными одновременно. Ой, как это сложно. Очень много всего. И, наверное, если я буду выполнять эту жизненную цель, то это до растянется просто на пипец сколько серий, и я не думаю, что прям вам будет интересно наблюдать за этим. Поэтому, если, если что, я в следующих других летсплеях буду ее да проходите. Вот. А тем временем я позвоню, знаете кому? Где наша красавица? Тринити Бутчер. давайте мы возьмем, пригласим на этот участок, то бишь на свой. Я хочу с ней увидеться. Какой у нас там телефончик? А, у нас белый телефон обычный. Ну, как раз под халат под наш подходит. Ну чё, она придет или нет? Бутчер скоро придет. Отлично. А тем временем мы пока поиграем с палочкой-дразнилкой с нашим Лони. Ну, что нам остается делать? Нужно же ждать. Можно поиграть с ней. С ней, с ним. Уйти. Играется. Оп. Оп. А вот и пришла. Смотрите, наша тренингите. трените. Бутчер как будто бы, знаете, а, а имя собаки, не знаю почему. Ну, какая-то умница. Посмотрите, она мусор выносит. Ой, помогает нам, слушайте. Прям шикарная баба. Прям огонь. Наигрался. И давайте еще погладим его. Такой, ну только просто смотрите, какая красивая картиночка. Mm. Потому что он ласковый кот, поэтому он любит эти всякие обнимашки. Все? Убрала? Отлично. Теперь давай мы возьмем и... Расскажем... Нет, давайте обсудим технику фитнеса. Хотя ты, блин, фитнесом никогда не занимался. Душевный разговор проведем. А... Выдадим глубокую тайну. И можно еще предложить посмотреть на облака. Облака белокрылые лошадки. Сейчас будет, короче, у нас э, веселуха. На свадьбу я, наверное, делать пока что не буду. Но предложение нужно сделать. Нужно. Но предложение нужно как-то сделать красиво. Не знаю, в определенный момент, а не просто так. Ты что, в туалет захотел? Подожди. Ты что? А что такое? Он же не хочет в туалет. То есть потерпеть еще может. Странный какой-то чувак. Странный, странный. Ну, а, облака. А, вот. Сейчас они пойдут смотреть на облака, короче, понятно. Да? И, 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 и что это? М -м 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 -м. Сейчас бы на облака смотреть. Через... Э -м -м -м. Или они просто обсуждают? А, они болтают. Короче, Симс, алло. Что ты меня так троллишь вечно? Я не понимаю. Я уже думал, что он залагал, а они наблюдают на облака. Ну, типа, на облака... Господи, на облака смотрят они через э, крышу, короче, как-то. А оказывается, просто действие, типа, засчиталось, но в то же время оно не работало. Ой, как же сложно. Иди сходи в туалет. Раз ты хотел сходить в туалет, ты можешь сходить туда. Уйти, Лончик, Лончик у нас, посмотрите. Лони всегда с нами. Это уже давно известный факт. Вы могли заметить то, что он у нас в ногах спит, всегда лежит. Да что ты там возникаешь, псы, уже давай быстрей. А я хочу, знаете, что тут у нас есть стая птиц. Можно ее с лончиком что-нибудь сделать. Охотиться за стая птиц. Вот. Давайте как раз и проверим это. Я давно хотел это посмотреть. О -о -о -о. Давайте заменим. Так будет проще. А то сейчас это чинить, это вот делать мне нечего. А Алони. То есть, Алони нам не должен с нами пойти? Я, как бы, как бы, как бы... Или он придется к нам потом? <laughs> yes. А, ясно. То есть, э, это ты сделал, да? Окей, я думал, Лони это сделает, нападет. Ну, хотя бы так. А, пернатые забавы. Брентон еще не победил, играя в э, салки птицами, птицами. Mm -hmm. Ясно. Брэндон, тебе не стыдно вот с птицами в салочки играть? Ну окей, тогда пойдемте гулять, как я и хотел, вот сюда. Тут у нас есть э, красивый... Ой, какой у нас... О, какой у нас здесь красивый парк. Я только что сейчас его заметил. То есть я никогда не замечал его. Офигеть. Собакен там что-то делает в кустах. Ну эти птицы. Собакен, я, конечно, все понимаю, но... Может, там тебя какая-то белка какая-нибудь укусит, и потом выйдешь... О! Можно, конечно, открыть, но... Смотрите, у него перья. Офигеть! А, и типа эти перья... Он... Ну, кор... А, вот. Короче, я путаюсь, у меня просто много всего, много эмоций, я, короче, туплю немного. Ладно, как я говорил, это что лучший... О, смотрите, побежал кто? Побежал кто? Наш Купер. А не брать эти перья, потому что если ты их возьмешь, и это не твои перья, то у тебя нахрен все зависнет. Поэтому лучше не пуль. Давайте идем сюда вместе. Господи, какой, вот какой красивый причал. Ой, 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 смотрите. Мяу, мяу. Ходят тут коты. Орут, кричат. О, какая чайка. Господи, какие у нас чайки тут. Посмотрите просто. Вот это чайки. У, -у полигонные какие. Ммм. А какие глаза, прям, знаете, растекшаяся тушь какая-то. Красная причем. Да, разработчики, вы могли взять нормальных чаек? Ну что это такое вообще? Ну, слава богу, то, что она бежит. Что мы здесь купить можем? Купить древний улов. Mm -hmm. Давайте посмотрим. А то я вообще не смотрел, что-то у нас продается. Надо с Купером подружиться. О, лосось, морской окунь, окунь, сом, судак, теляпия, тунец, форель, фуру. А, фугу, фуру. Угу. Mm -hmm. Чучела рыбу фугу, которая при жизни любила сдуваться и раздуваться, и есть, которая очень опасна. А, ага. вот что написано, понятно. Ну, короче, know? тут можно купить различную рыбу, а здесь что мы можем купить? То же самое, да, наверное? Ну, скорее всего, yeah. то же самое. Угу. Mm -hmm тут где-то пробегал Купер. Я бы с Купером бы подружился, потому что нам нужно это для задания. Что-то у нас тут... Это у нас тоже бар. Да ладно, у нас тут есть один бар и второй бар. Где-то был же здесь Купер. А, вот он. Все. А что тут такое? С чем он тут играется? С рыбой какой-то странно. Осторожное приветствие, поприветствовать дружески. А, он с рыбой играется. Ну, Купер. Посмотрите, он опять, видите, грязный. То есть, я не знаю, почему. Если мы перезаходим из летсплея в летсплей, он у нас потом весь чумазый, грязный. И короче, это очень странно. <laughs> очень странно. Что это такое? Гнусный запашок. Находящийся рядом, питомец, опрыскал скунс. Какой невыносимый запах. М -м -м, Купер! Не надо было лазить где-нибудь. Попадя. Теперь у тебя он, блин, воняет скунсом. Ну куда ты побежал, Купер? Ну, блин, иди, иди сюда. Иди сюда. Давай бегом. Предложить дружбу. А, он голодный. Хм, а что ж его не покормила, да, тебя? Купер? Я не понимаю. Хвалить. Давайте похвалим его. Узнаем лучше. Побалуемся с ним. И также можно попросить в туалет. Дать лакомство. Будем, короче, его э, к себе, к себе, к себе привязывать. Хвалить. Любопытный, да ладно. Как будто я не знал, кто он такой. Давай, играйся с ним. О, не знаю, тут собаки какие-то повеселее стали, как в принципе коты. Вот сейчас смотрю, как они играются, и им просто. Блин, этот доп шикарно проработан, нежели в прошлых частях. Поэтому, может быть, даже это и к лучшему, то, что они отделили питомцев от именно кошек и собак. От других. Не, я бы, конечно, был бы рад, если бы вышли, например, лошади в игровом наборе или что-то в этом роде. Поэтому мелкие животные, как там был опрос, Я думаю, так и будет. Так немножко нужно немножечко подождать. Вот это вот, для него это лакомство просто на один зуб, понимаешь? То есть, если когда мы коту дадем такую огромную кость, то да, да, там вообще. И тот съедает ее за одну секунду. Мы хорошо знаем Купера? Почему здесь отношения с Купером не высвечиваются? Ну, нужно искать аж здесь. А, ясно. Отношения с Купером у нас, ну, такое себе. Стать друзьями с пяти животными. Mm -hmm. Но это, в принципе, нужно из ветеринарки делать. Ну чё? Poems. Ну? Ну чё, давай. Все? Мы др дружбаны нет, купать в ванне мы не можем, потому что необходимо ванна. Ну погладим давайте его, узнаем лучше еще раз. Дать лакомство. Ну давай, Купер, ну дружись с нами. Мне нужно выполнять жизненную цель. Помоги мне, пожалуйста, с ней. Давай. Любовь. Ой, 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 ой. Да, 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 да. Учи, какой котейка. Посмотрите. Можно еще с ним поприветствовать дружески. Мы сейчас будем с котами общаться. Уйти, лапа. Тоже Ванючи учи теперь. Три... тритон Шепард. Шепард. Угу. Хорошее название имени. <саспорка> так, давайте поговорим. А, он, хоч... он пошел спать. Ну, ладно. Раз он хочет спать, не будем его отвлекать. А Тринити где? Только не видишь, что Тринити уже ушла? Тринити, ты где? Угу. Да, она ушла. То есть, если, видите, нет действия идти вместе, значит, она ушла. А это что у нас? У нас дом, да? Угу. Это дом. Ну, ладно, давайте идем сюда. В принципе, мне нравится городок. Он реально очень красивый. Такой, знаете, какой-то... Ам... Даже не знаю, как объяснить Но он к питомцам подходит, в принципе То есть, если у нас Аполуза Плейн с, э, Правильно если я сказал В Sims 3 Она была такая, знаете, какая-то э, Такая сельская То этот городок немножко в таком же стиле сделан Здравствуйте, Брэндон, это Тринити Не хотите сходить на свидание? На свидание? Южная ко кофейная площадь? Ну, типа, Южная площадь кофейня э, Почему бы и нет? Давайте сходим Давайте, душевный разговор сразу сходу можно Потом, что там еще? Искать исторический анекдот. И искать анекдот про уток. И давайте закажем что-нибудь. Давайте заказать... Ага, то есть мы не можем ничего заказать, потому что наши, а, эти, баристы стоят и ничего не делают. Вдупляют, короче, в телефоны. А, нормально работаем, что вообще? Шикарно, почему бы и нет? Всем бы так работать... Еще один Борис-то стоит, просто что-то смотрит. О, лончик с нами, смотрите, пришел. Да ладно. Ого, она даже лончик позвала, прикольно. Давайте еще оказывать тумные дурные вести. Корчить рожи можно. Ой, ты что плакаешь? А, а, это анекдот про уток он рассказал. Да ладно. И пакости развил. О, я не хотел, Сниму. как бы, пакостить. Ну ладно. Что тебя моди? Господи. Ему так идет быть дурачком. Это лучше. Или за секретом. Опять с любовью. Можно. И что бы еще сделать? Я бы сделал бы кое-что, но это нужно чуть попозже. Ну, уйти обнимашки. Обнимашки. Господи, ты чё злишься, баба? Баба, ты чё? А, это Кассандра Фадеева. Это Кассандра, да ладно. Господи, как тебя жизнь помотала-то в Симсе. Ужас, 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 ужас. Только начал работать и уже засрал. Посмотрите, все. Давайте закажем что-нибудь, сделать напиток. А, ну, понятно. Заказать мы тоже не можем, да? А почему мы не можем? А, ну потому что он не хочет. Окей. Или может? Или нужно на него нажать? Заказать. Или на него. Короче, бред какой-то. То есть, я не могу ничего заказать. Угу. Здравствуйте, Максим Селезнев. Слушайте, вы шикарно выглядите. Когда-то мы так ходили. Мы можем что-нибудь заказать. Что за бред? Почему сделать напиток на вынос? Ну окей, давайте сделаем капучино себе. Раз нам никто не хочет ничего делать, будем делать мы сами самому себе, короче. Давай, иди, делай, напиток. Да, да, засрал-то тут все. Чи чи чистить надо, короче. И что? Окей, нормально, смотрите. Сейчас мы поставим сюда. <laughs> как я обожаю Сим с его лагами просто. Что ты делаешь? Мы как бы на свидание. Давайте поделимся фотографиями. Скажем, пикантный анекдот. <laughs> Немножко пикантных подробностей. И поднимем настроение. Странные какие-то лаги. Мы не можем заказать кофе, ни напиток, ни еды, ничего. То есть, приходится только общаться. Ну, окей. Давайте дадим глубокую тайну. И давайте какое-нибудь хорошее, красивое местечко выберем. В принципе, у нас тут парк красивый. Можем, в принципе, где-нибудь вот здесь. Давайте вот сюда идем вместе. Идти сюда вместе. Быстрее, 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 быстрее. Вот так. И давайте. Раз такой момент. Будем делать ей предложение. Опа. Та-дан! Довольная, баба. Довольная, ну естественно. Все. Теперь можно и вместе пожить. Опа. Ну все. Поздравляем тебя, Брэндон. Теперь ты нашел себе ту единственную, с кем проведешь всю оставшуюся жизнь. Надеюсь. Ну, в принципе, да, потому что я не люблю там их женить, там, не знаю, там, вечно разводить. Поэтому, скорее всего, так оно и будет. И можно метуть безумный взгляд. На последок. Кстати, у нас где-то Лони уснул. Лони. На порожке? Ты серьезно, Лони? Сейчас бы поспать на порожке. Просто. Ну чё, вы довольны? Давайте закончим свидание, раз на то пошло. Ну как, что ж, было довольно интересно, может быть, я еще позвоню. Может быть, позвонишь, потому что, как бы, ну... Как бы мы должны с тобой и дальше встречаться. Алло. Алло, гараж. Она такая, типа, может быть, я потом как-нибудь позвоню. <свот> Зашибись. Ну ладно. Я думаю, мы с Брэндоном с вами попрощаемся. Думаю, вам эта серия понравилась. Если так, то ставьте палец вверх. Не забудьте подписаться на мой канал. Также вступайте в группу ВКонтакте. А с вами был, как всегда, Джокоплей. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. И всем пока.